Всі совітські парні. Ола, very hospitable and Вчора very нього. Nice. He's an action, oh my gosh. Oh my god. Какой хренеч тут делай ты? Сейчас тебя убью, этого выбу нахуй сказал. Uzbek food in the middle of Finland, in the middle of nowhere in Vanta. Here. Moro, mä vaan kuva. Ei tarvi pelästyä. Снимаю. На русском? Да. Не, снимаю вот эти крепости. Народ смотрит так. Пиво чуял, пришел. Не, шучу. Я снимаю русскую Финляндию. Да, это я знаю. Да? Здрасте. Вы знаете, это русская все вот это вот. Земля? Крепость. Не, крепость. Крепость-то. Там там побольше там крепости есть. И туда еще? Да, да. Блин, я устал. Погребы даже есть там. Да? Дальше, да. Смотрите. Угощайся. Спасибо, можно? Да, можно. Не можно. А надо? Надо. Значит, человек один раз жизни. Да? Ой, мне нечего с собой, извините. Ничего не надо? Не надо. Ой, можно заснять? Все можно снять. А вы откуда? Из Узбекистана. Узбекистан, работаете? Да, это гости наши из Эстонии. А, здрасте. А я сам из Латвии. В Латвии родился. Сосед. А? Соседи. Да, да, из регионов. 50 или 100? Дайте 50. Вот, вот это я засниму. Можно этого? Все можно. Это будет круто. Это настоящий узбекский шашлык. Да, да, вот, вот. Прожить-то тоже хороший вид. Чего? Видно будет. Цвет? Вот запах какой. Не волнуйся, да? Как делается? Правильно. Вот. В Финляндии шашлыков нету, вы знаете. Тут не умеют. Тут маккара и все. Вот. Это чистый говядина. Мясо тут. Никакой свинины нету тут. Фарш тоже из говядина. Это кусочник тоже из говядина. И, а это, шеи. А, шея. Вкусный. Ага. Очень вкусный. Вот хлеб правильно. Попробуй. Сейчас это достает тебе. Лепешка. Лепешка. А, лепешка, вот да. А я, знаете, я вот там хожу и чую тут сауна или что тут пахнет. И я ближе подхожу, и все сильнее и сильнее. Да. Вот кабукает, да? За кого выпиваем, то есть? У кого день рождения? У меня. У вас? Да. А я тут вас снимаю тут. Можем всех снимать. Союз тоже знаем же. Союз да. Временно родили мне. 83-й, 81-й там. Вот, 85. Тут это в 90-х годах нету. Да. Все советские парни. Гостеприимный народ. Да. Уважает старший. Какой лучший город у вас город, заснять? Город, там старинные города есть. Все почти, Хива, все, Самарканд, Бухара, Шахрисаб. Вот полно там. Это 1800 лет, даже 3000-летние старые города есть, да. Сейчас был в Стамбуле, это сколько ему, 2000? Не, ему тоже Стамбул много. Стамбул вообще молодой. У нас хазара спит, это Дубкала. О, арбуз, все правильно. Так, за вас пьем. И закуска же сначала этот. Штрафная. Что это? Штрафная, без закуски. Пьем за вас. Здравия, счастья, работы и силы, и всего хорошего. Каналы расти. Нет, мы за вас пьем, хватит за мой канал. Нормально? Это ненормально, вкусно, как мед. Очень вкусно. Или это самогон ваш? Не, какой самогон, а самогон не делается вообще. Это русские деревня делают самогины. Это плешка, это ваша, своя? Не, это соседний. Турки делают, турки. Но свежая, не с магазина, да? Свежий, да. Поэтому да. Вкусная. Только что из тандыр. Что-то прям холодно, интереснее было. Ой, это можно. Хочешь уксус, хочешь без уксуса, руками это. Да. Это кайф, когда это, возле казана кайф. Когда берешь шампура и... Горячая? Да, горячая. Но пусть остынет, значит. Нет, потихоньку можно. Не, осторожно. Скотч вот просто. На
100% fresh meat. Вчера бегал. People from former Soviet Union are all very hospitable and very nice. Let's try the шашлык, да? Шашлык, да. So let's try the Узбекский. Нет, шашлык. Шашлык это по-русски. Шаурма. О май гад. Повару. Кто повар? Шеф-повар. Вот. Это все повары. Офигенно. Все, ребята, надо это руки мастерить. Я вам говорю, это... Ты сейчас кусочный попробуй вообще. Я все, все это хватит, спасибо. Я не пробовал это ты. Спасибо, так уже... Вот... Офигенное мясо. Рот... Это вы тоже сделали руками своими, да? Да. Зачем деньги тратить на ветер? Чукоты не ожидал. Назад привез. С собой все. С собой привез. Пропустили с арбузом, да? Из Малейшана. Я не вру тебя. Попробуй, реально. Я попробую, да? Я тебя не арман, не азербайджан. На ринг не торгую. Возьми, попробуй. А мы тут мед, сахар не добавили. И завтра, и завтра приходи, купи. Да. Один. Ну вы что? Спасибо. Бери это, второй уже. Второй закуски. Бери закуски. В одном позе. Молодец. А вы еще добавили? Я не могу говорить даже уже на английском. Уже догоняешь нас? Ракус. Четобьем. Да, во рту тает. Блогерам я доверяю, дружок. Вот мастер. Это вашим, да? Да, конечно, он делал. Да, вчера мариновали. Это вещь. Видал там, как печени. А чей? Я сказал, чей? Но я уже, я пьяный, я ничего не понимаю. Печень похож, видал ты? Да, похоже. Да, да. Да, Маша, это не надо жевать, просто можно глотать. Правильно. А я... Время анекдота, да? Да. Да. Летчик собрался вылететь в Чикаго и попрощаться со своей женой, молодая жена, молодая семья. Пока, солнышко, я через 3 дня приду. И поехал. Аэропорт. А тот время сразу жена позвонил своей любовнице. Позвонил. Приезжай, Вася уходит. Чикаго через 3 дня придет, а мы будем тут гулять, пить. Что угодно будем делать, без ограничений. Тот день погода очень плохой был, ветер, ураган был. Как сегодня. Все вылеты отменили. Муж вернулся домой, там занимается они кухней. На блядка занимается они, ты. Муж звонил сначала один раз, дверь никто не открыл, свой ключом открылся сразу. Это любовник, куда спрятаться не мог он. Однокомнатная квартира. Он сразу на кухню вышел, смотрел, там портик открытый. Сразу залез туда. Половина остался внутри, половина остался наружу. Жопа висит на кухне. Сразу зашел этот летчик, зашел. Летчик говорит, Наташа, какой хрен тут делаете вы? Сейчас тебя убью, этого выебу нахуй сказал. Сразу табуретки ставили на этот... На порчика влезет муж и достает свой достает, не хватает! Достает, не хватает! Ни хрена себе, блядь, сейчас яйца тебя отрежу! Пошел нож искать! Тогда этот, который любовник висящий, жопу немножко опускал и говорит, брат, а теперь попробуй, теперь достает и говорит. Слышал? Мясо, тело, мясо.
Химия. Да. Нельзя там. Эй, да мало вам не звездик. Мяч тут будет Узбекистана. И уголь, и мясо, понимаешь? Вот, вот секрет. Только алкоголь местный. Ну вот поэтому не тянет. Нет, вкусно все. А это про войну, про это. Ну вот, все равно я подписал. Спасибо, правильно. Все, потом все подписываются. Да. Потом я на Word транслирую. Играл внизу, перевод. Feel right at home. Потому что там химикаты нету, все натуральный. Да. Корова тоже на поляне кушается, не надо там это химикат. Приятно познакомиться. Кстати, Игорь. Игорь Азиз. Азиз? Да, Азиз. This is Russian cake, медовик. Медовик. Even though it's Uzbek, but самая лучшая кондитория в России. Ну да. Спасибо вам. Тебе хорошая съемка будет. Спасибо еще для камеры. Вот так. Спасибо, чтобы ты с нами провел время. Спасибо вам, очень все приятно. Окей, so this was a... It's already dark, and that was my Uzbek experience. I'm gonna film a little bit more the Sveabo fortress during the night of the Lanzimaki fortification. Thanks for joining in. It's been an awesome experience. Beautiful people from Uzbekistan. Really, really nice people. Great food. Hospitable people. I wish them all the best. So. If you like the video, please subscribe to my channel, leave a like, comment. What do you guys think of Uzbek food in the middle of Finland, in the middle of nowhere in Vantaa? I love it, but what do you guys think? Thanks a lot for joining in. Until next time, bye. Hayalim fakat sende gece gündüz. Ne için benden kafa bulup yürüp sen? Hayalim fakat sende gece gündüz. Koy koy.